Торжества в честь второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Старожевского начались 22 августа. В этот день состоялся традиционный крестный ход от храма князя Александра Невского в Савино-Старожевский монастырь. Крестным ходом шли братья Савино-Старожевского монастыря, благочинные церквей Звенигородского округа, протоиерей Николай Курдов, духовенство церквей Звенигородского благочиния, представители казачества, прихожане храмов города и многочисленные паломники, приехавшие почтить память всеми любимого святого заступника и молитвенника земле русской. В Звенигороде крестные ходы совершались на протяжении многих веков, поэтому традиция ходить крестным ходом особенная, она является для города родной, исконной.